Это одно из любимых мест отдыха жителей и отдыхающих. Сейчас вход в парк перед морским вокзалом закрыт. Здесь развернулись масштабные работы по благоустройству территории. Всего будет благоустроено более 1000 квадратных метров. По рекомендации главы города-курорта Анапы Юрия Федоровича Полякова, мы решили провести благоустройство нашего сквера, поменять уличный настил, добавить освещение фонарное, добавить зону отдыха, поменять газончик. Все юридические согласования взял на себя депутат муниципального совета Алексей Аксенов. Он считает, что подобные инициативы необходимо поддерживать, а опыт совместной работы власти и бизнеса тиражировать. Действительно приятно видеть, что у нас территория становится и интереснее, и привлекательнее для туристов, для всего. Ну, это хорошо. Мы полностью поддерживаем таких, так сказать, предпринимателей. Поддерживают такие начинания и общественники города. Когда парк откроется, на их плечи ляжет забота о новой зеленой зоне Анапы. Вот очень красиво делают зеленую такую зону. Красивая плиточка выкладывается. Здесь два памятника у нас находятся. Памятники будут, конечно, приведены в порядок. Высажены цветы и выкрашены. Ну и вообще, конечно, вид будет совершенно другой. Спасибо огромное за заботу о людях. Очень хорошая затея. И спасибо руководителю Мурпорта. Спасибо большое ему, что он откликается и помогает. Пусть продолжают и другие брать пример с него и делать наш город красивее. После реконструкции парка здесь появится новинка. Всю зону отдыха обеспечат бесплатным доступом в интернет. Здесь же появится фотозона с логотипом Анапы. Полностью работы будут завершены уже к 9 мая. Руслан Душевский, Анапа регион.